поделать в городе. Почему у Пупса большинство голосов? Потому что вопрос стоит не о кукле. Если бы вопрос стоял, что какая кукла лучше, сделана там, качество и все такое, я думаю, был бы результат абсолютно другой. А вопрос стоит именно о том, что кого бы вы хотели видеть в качестве президента. Ну, народ, видно, устал, не знаю. Все хотят каких-то перемен. В нашей стране предполагаются выборы, и поскольку сейчас достаточно модна портретная кукла, и художники полюбили кандидатов нынешних президента и так далее, значит, известных политиков, поэтому решили сделать вот такие смешные выборы кукольные. Но никаких целей политических не преследуем, не, в общем, в политику не окунаемся, это только искусство, все, что связано с куклами, просто вот как шутка такая. Я, как организатор своих выборов, несу стопроцентную ответственность за их результаты. Может быть, конечно, так как эти выборы проходят онлайн, кто-то смог взломать, но это точно не я, и я не вижу этого взлома. Меньше листа бумаги. И это первое, о чем говорят все слетаки. Мирная кукла – это новая тенденция в